Итоговый турнир по самбо среди спортсменов без разряда, кто в спорте всего год, провели в Реутове. Ноги выпрями, выпрями ноги, выпрями обе ноги. Да выпрями ты обе ноги, ходи назад. Настоящий накал эмоций царил в физкультурно-оздоровительном комплексе. Преимущество победного держала Гаврилов Александр. Всего в состязаниях приняли участие около 100 спортсменов из 5 городов области, каждый в своей возрастной и весовой категории. Это такой очень узкий турнир, куда мы приглашаем только команды, которые адекватно оценят уровень своих спортсменов, чтобы всем было интересно. Самому младшему участнику соревнований всего 7 лет. Из 7 турниров, в которых он уже участвовал, этот самый сложный. У меня было 4 схватки. Все 4 я выиграл. Это спорт такой сильный. Это не для девочек. Там можно бросать. Для меня кажется, это вид мужской. Поэтому там мне нравится это. Из-за болевых, из-за крутых приемов. Вот, например, бандиты напали. А если бы я занимался музыкой, давайте я вам спою. А так быстро переднюю вставил и все. Самбо – боевой вид спорта, а также система защиты без оружия. И это его отличает от многих других видов боевых искусств. Оно воспитывает стойкость характера, боевой дух, выдержку и умение трудиться. Те качества, без которых хорошим спортсменам быть невозможно. Андрей Зацепин, Юлия Сергеева, Александр Попов, телеканал ТВ «Реутов».